И печальное сообщение пришло в эти минуты. Ушел из жизни Мстислав Запашный. Он скончался на 79-м году. Об этом сообщил его племянник Эдгар Запашный. 24 августа Мстислав Михайлович попал в одну из сочинских больниц. По словам врачей, у него было защемление грыжи. Дрессировщика прооперировали. Сейчас его родные решают, где пройдут похороны. Цирковая династия Запашных известна с 1882 года. Мстислав Запашный был не только дрессировщиком хищников, но и режиссером-постановщиком. Он получил множество наград и на родине, и за рубежом. Вместе с братьями Вольтером и Игорем Мстислав исполнял трюки, которые до сих пор не может повторить никто в мире. Например, акробаты-вольтежеры на лошадях и так далее. Запашный создал единственный в мире спектакль, в котором слоны и тигры оказались в одной клетке.